Вопросы ЖКХ, благоустройство города, где культурно отдохнуть. Эти вопросы нам часто задают березняковцы. Сегодня мы вновь вышли на улицы города для того, чтобы узнать актуальные темы, волнующие горожан. Благоустройство. А что интересует конкретно? Что с благоустройством не так? Ну, чтобы дома хотя бы реставрировали. Дороги делали, самое главное. Проблемы, ну, коммунальные. Вот, например, я очень не рада. Вот у нас этот фонтан в том году. Все лето делали, и так и не сделали. Такая была жара, и мы были без фонтана. Весь город, там нигде у нас не было ни фонтана, ни одного. Больше хороших новостей. Ну, каких, например, о чем? Что в мире происходит что-то хорошее, интересное, доброе. Ну, коммунальное, скорее всего, да. Потому что много вопросов у населения по коммунальному. Много вопросов, то, что такая дороговизна стала. И люди не справляются, просто бюджет не позволяет столько платить. Программа, наверное, на лето, потому что уже весна, хочется чего-нибудь такого узнать. Может быть, еще чего-то, вот смотрю, детишки, может, что-то для детей. Ну, у нас детских развлекательных комплексов очень мало, хотелось бы, чтобы это развивалось. А в городе хотелось бы видеть чистоту, прежде всего, видите здесь, вот какое безобразие. Ну и побольше мероприятий, чтобы рекламировали их. А то был день города, не все знали. И что нового в городе? Где вот какие-то перестановки, да? Где власть меняется? Где какие выборы? Сейчас вообще ничего не знаю. То есть больше политики? Ну, да, и политика тоже уже в нашем возрасте тоже интересует. Городские новости, ну, освещение, да, больше коммунальных тем и вопросов детства и юношества. Сейчас очень актуальная тема подростков. Вот что-нибудь по... Организация детского и юношеского возраста.